я просто услышала сильный скрежет колес и крик сильный. Вот ее подруга, с которой они вместе перебегали дорогу, она сильно вскрикнула. Очевидцы рассказали, что женщина переходила дорогу в компании своей подруги. Проезжая часть в этом месте не очень широкая, и многие люди перебегают улицу, не обращая внимания на сигналы светофора. Однако вот поток машин здесь довольно плотный. Многие автомобили, которые едут со стороны южной трассы, успевают набрать приличную скорость. Светофоров там почти нет. Увы, но среагировать на появление пешехода в такой ситуации водитель не успел. Короче, они шли на красный свет для... Для нас это зеленый. Вот, следит свет вдвоем. Вот моя теща и вот эта подруга. В итоге эта подруга сбивает, а моя теща сзади остается. О факте нарушения со стороны пешехода можно будет с уверенностью сказать только после просмотра видеозаписи с камер наблюдения. Несмотря на слова очевидцев, родственники женщины, которая как раз и не попала под машину, начали выяснять отношения с водителем, а позже и вовсе почему-то переключились на его спутницу. Объясни ситуацию мне, у меня была там мать, если чё. Руки убрала. С учетом тяжести полученной травмы, врачи тут же забрали женщину в больницу. Степень вины водителя, а также скорость его машины будут устанавливать во время разбора аварии в ГАИ. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, эфир 24.